На сегодняшний день у нас обучается 889 человек по пяти направлениям. У нас работает как дневное, так и вечернее отделение. Большая часть наших студентов – это сестринское отдело. Также мы готовим специалистов лечебного отдела, фармация, акушерство и лабораторная диагностика. Медицинский колледж востребован, и мы видим последние годы вообще увеличенный интерес к этой профессии. Несмотря на то, что последние годы мы переживали такие сложности, коронавирус, ситуация, казалось бы, должна оттолкнуть население, родители должны были бы бояться, но на самом деле произошло обратное. Далее планируем вести такую работу по увеличению за счет целевых направления. Ведется уже разработки юридического плана. Я думаю, здесь тоже есть еще куда нам прирастать вот в этом направлении. От 80 до 70% студентов, которые обучаются, они потом трудоустраиваются в учреждения края. Какая-то часть трудоустраивается позже, то есть не в этот же год, например, а уходит в академический отпуск, в декрет, служба в армии немножечко задерживает.